Некоторые жители республики нарушают не только режим самоизоляции, но и правила дорожного движения. В ходе очередного рейда сотрудники ГИБДД выявили почти 200 правонарушений. Мадина Каракетова подробнее. Как рассказала Вестям госинспектор отдела пропаганды управления ГИБДД по Карачаево-Черкесии Лиля Гогушева, рейды направлены прежде всего на пресечение нарушений правил дорожного движения, в том числе и установление водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД задержали 6 нетрезвых автомобилистов. Особое внимание уделяем также выезд на встречную полосу движения, нарушения езды без государственных регистрационных знаков, с подложными государственными регистрационными знаками и так называемая тонировка. За так называемую тонировку к ответственности привлечены 57 водителей, 18 не пропустили пешеходов, 5 протоколов сотрудники ГИБДД составили за езду без госномеров. Немало и самоуверенных водителей, необдуманно выезжающих на полосу встречного движения. Иногда это заканчивается плачевно. Вот буквально на днях произошло дорожно-транспортное происшествие 19 апреля на 251-м километре автодороги Майкоп-Зеленчукская. Водитель автомашины ВАЗ-2199, 31-летний житель станицы Сторожевая, выехал на встречную полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил лобовое столкновение с автомашиной «Лада Приора» под управлением 26-летнего жителя микрорайона Московский. Произошло возгорание 99-й, водитель и пассажир погибли. В результате ДТП пассажир Приоры несовершеннолетний 2002 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Всего, по данным управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии, за 3 месяца 2020 года на дорогах республики произошло 123 аварии, в которых погибло 19 человек и 169 получили ранения различной степени тяжести. И в то же время сотрудники ГИБДД отмечают снижение количества ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейды будут проводиться периодически во всех городах и районах республики. Указание министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Александра Мельниченко. Убедительная просьба оставаться дома в связи с COVID-19. Если вы выехали вынужденно, то, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Проявите взаимопонимание, взаимоуважение на дорогах нашей республики. Помните, что вас ждут дома. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибуков, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.